Ребята, всем привет, с вами Александр, легенда Дракономания. Давненько у нас не было видосиков по этой игрульке. Итак, в общем-то, давайте начнем сразу с нашего нового дракона. Это у нас, так, Fireball, необычный дракончик. Давайте мы его куда-нибудь разместим. Опачки, это я типа какую-то коллекцию собрал. Да вот, даже после переустановки эмулятора, как видите, ребятки, что-то оно не помогается. Так, кстати, репия можно нажать вывести, да, прикольно. Прямо отсюда, видите, есть кнопка вывести, и можно вывести. Это хорошо, что уже есть комбинации. Да. И это у нас тут серебряный. То есть, кого я вывел, куда он добавился. А, вот фаербол, вот куда он добавился. Это был у нас открыт обычные метисы. То есть у меня все они уже есть, и вот мне открылся этот. В общем-то, выводишь вот этого, плюс слоник, и получишь комбинашку для серебряного. Ну вот как, короче, как-то так. Но сейчас у нас немножко дело не об этом. Потому что у нас идет акция. Плюс 60 бонуса босса. Это хорошо. Вот так вот уже пишется наш бонус. Давайте будем кормить нашего парня. Стихии у него, конечно, очень слабые. Ну, в смысле, денег он нормально не будет приносить, потому что его нельзя разместить в нормальное жилище, разве что в легендарное. Так. Вот такой вот у нас, короче, дракон. Давайте сейчас мы его подманим. Вот так вот, красавчик. Красавчик, давайте, какие у него есть характеристики. Зовут его Ион. Что-то мне хочется его переименовать, назвать как-то. Комета. Не знаю, почему-то так мне захотелось. Дракон Фаербол умеет воспламенять собственное тело. Прям как Феникс, ё-моё, только в пепел не превращается. Тренер вынужден напоминать ему об этом каждый раз во время оживленного спора, когда дракон поджигает под собой диван. Да, это было бы неприкольно. Так, вот такой вот у нас дракошка. Так, у нас, кстати, клановое событие тут какое-то же началось. Она у нас уже подходит к концу. Так. Вот так, что у нас тут по рейтингу? Мы на 6-м месте. Ну, конечно, далековато, да? Вдвое меньше очков, чем нужно даже на 2-е место. Ух ты, такие звуки. Я раньше не помню, что были такие звуки. Так, ладно. Сейчас тогда туда не будем лезть. Давайте будем смотреть еще. Что я тут пытаюсь выводить? Болотного я не вывожу, потому что я пытаюсь же все-таки вот акцию по близнецам. Скрещиваю Саламандру и Радугу, чтобы получить дракона сиреневого. Там был у нас дракон серебряный. А потом буду пытаться вывести близнеца Альфу, чтобы получить близнеца Бету. Ну, что-то мне кажется... Ну да, довольно сложно. Что-то нам как-то не везет об этом. Черт, выведите, пропустил эту акцию. Ну, говорю, пару дней, короче, я был практически вне игры. Потому тут всякие косячки насобирались. Давайте сейчас кого-то мы посадим на выведение. У нас тут уже есть какие-то легендарные драконы, которые ждут выведения. Вот у нас есть Кармин, есть Алоэ. Ну давайте, блин, ну что у нас сбрасывается? Почему бы не оставаться на месте? Давайте Кармина выведем. Он такой у нас какой-то как собачка. Это собака Хеймдаля, по-моему. Ну, так выглядит он, я бы сказал, что это собака Хеймдаля. Так. Теперь давайте мы сделаем парочку битв. Тут у меня буквально две битвы, наверное, есть. Вот 50-й. Ух ты, прикольно, 50-й. Кто у меня здесь есть? Миха есть, листик есть. Давайте возьмем листика. Возьмем зелень. И возьмем, наверное, еще одну зелень. И погнали. Самый сильный 50-й на все звезды, то бишь эквивалент 54-го. Так, 52-го эквивалент. Да, это считаю, что 52-й на 3 звезды. Ну, давайте.
Так, с тобой мы как-то так разберемся. А, это хорошо, такие довольно слабые противнички. Я две победы сделал за кадром. Ух ты. Это у нас был... Кто у нас? Ветер плюс металл. Вот как бы назвать этого дракона можно было? Ураган? Типа сильный ветер. Легкотня. И потом пойдем, ребятки, еще в подземелье, куда мы тоже давненько с вами не ходили. Так, хороший сундучок. Вау, два отличных осколочка. Ого, 43-й. Блин, ну тут у меня никого нет, да, такого вот уровня, чтобы туда пойти. Ну, пойдем Михой без усилений, по факту. Просто прогуляемся сейчас легко. Но это самый сильный. Так, может энергию взять какую-то? Что мне по энергии? Давайте возьмем энергию. Сейчас возьмем. Это я к чему? Потому что у меня есть, если что, вот. У меня два сороковых, но... Этот тренер уже сражается, ну как? Так нечестно, блин. Я-то думал, сейчас будет у нас легкая прогулка. Думал, затащим какими-то своими слабенькими. Но нет, придется искать 50-й на все звезды. Ну, давай тогда возвращаем металл. Просто у нас металла больше. И погнали. За один удар. Надеюсь, это был самый сильный. И дальше вообще будет фигня. Так, это у нас дракон-пчела. Это легкотня. Но выдержал удар. Ничего себе. Тя, и 30-я пыль. Ура! Я перешел в 1001 ночь. Так, все, ну тут у меня больше никого не осталось, да, из крепких, да, никого не осталось. Тогда мчимся. Не, давайте посмотрим, сколько у меня осколков. Сколько у меня, допустим, осколков сейчас легендарных. 53 великолепных, 88 отличных, ребята. Это вообще шикарный результат. Да, ну и божественные, да. Божественные осколки. Дорого это все дело стоит. Но я сейчас трачу осколки, да, на улучшение жилищ все-таки потихонечку. Потому что это позволяет нам зарабатывать больше денег. Нужно вкачивать жилище потихоньку. Так, и давайте помчали за суперпризом. Шестая битва, вот такие у нас противники, довольно крепкие. Крепкие-то ребята, я вообще их пройду. Раньше было здесь попроще. Блин. А как это? Подождите, я же леди... Блин, я не то сделал, я должен был ледяной камень наложить на... Ледяной камень на рысь наложить. Так я же вроде и наложил. Подождите, я же не мог поставить щит по-другому. Какая-то дичь произошла только что. Каким образом убили мою рысь, если на ней должен был быть ледяной камень? Блин. Их надо хоть в записи пересмотреть. Горите! Нарвал. Так, а ну довольно легко мы победили, хотя они были такого неплохого-то уровня. Так, давайте откроем крайний правый. Два алмазика.
Но это была лучшая награда, которая здесь была. Да, ребятки. Так, что у нас тут? 69 миллионов, 24 миллиона еды. Ну, вот такие какие-то у нас тут дела. Дела, давайте посмотрим. Есть ли у меня здесь какие-то руны не собранные? Или нет? Я как-то руны перестал собирать в последнее время. Да, у меня даже никого нет в этих... Уровень 22, уровень 23. Давайте да, покормим. И отправим в подземелье. А вообще, давайте заглянем к Хроносу. Чё у меня здесь есть? Так, печать тайн нужна. Ой, там вообще мало. Печать тайн. Это у нас здесь. Давайте смотреть, кто здесь нужен. Дракон занят. А, ну, ладно. Что поделаешь. Ладно, ребятки, тогда, пожалуй, все, да. Всем спасибо за просмотр. И код дружбы 5B0F59. До скорых встреч.